Ну так вот, перебивают меня эти телефонные звонки, немножко, к сожалению. Вот дом 40, значит, насчет экстренных, да, там, голову сломал, руку, не знаю, там, челюсть в драке, сломался в драке, выбил руку и так далее. Вот, Новослободск 49, поворачиваешь за угол, ну, там солнышко, не буду снимать. Ну, у меня там находится травмпункт. Любому человеку, независимо, россиянин ты, не россиянин, вот, обязаны помочь российская медицина. Вот, заболел зуб, есть на, так, после Ярославской, Красносельская, метро Красносельская. Один выход, вышел из метро, ну, в метро один выход. Повернул направо, тоже метров 150 прошел. Зубной институт там даже какой-то. Вот, бесплатно. Я сам туда ездил однажды. Хотя и работал, вот когда жил там с женщиной. Вот. Здесь что интересного? Ну, здесь интересно, там, я этим не занимался, этим у каждого как бы своя профессия, так скажем, в данной ситуации была. Кто-то металлолом собирал, кто-то кто что, короче, кто за едой ходил. Я играл на гитаре. Вот. Этим зарабатывал. По этой дороге я прошел, я не знаю сколько километров. Я каждый день жил вот в том доме в подъезде, где 4 года прожил. А играть ходил на Пушкинскую площадь. Ну, это где-то километра 3. Туда-сюда 6. По району помотался. Но это, я говорю, если, ну, не такие, как там, колючие, как космос. Вот. А вот вчера парень там у Дениса снимал. Ну, как он не снимался, он спиной стоял. Кирилл. Вот он километров по 15, по 20 в день накручивает. Я чуть меньше, но тоже ходил. Не одни башмаки сносил. Так, а вот он. Ёпарасы-то. Вот он, дом 45. Вы представляете, ребят? Я в жизни не знал. Я сколько здесь прожил. Я знал, что она где-то здесь. Потому что Бутырский вал, улица Бутырская. А вот она, знаменитая тюрьма. Ну, это офис, а во дворе сама тюрьма. Вот здесь сидит наш танк. Отбывает срок наказания, вернее. Вот. Вчера он ночью мне звонил. Мы с ним даже по видео. Я у него спросил, говорю, у вас там есть чем хоть развлечься-то? Не то, что развлечься, а как-то время провести, заглушить все эти мысли, думки. Вот. И он мне включил видеосвязь. У них там телевизор, нарды, шахматы, карты. Все, что хочешь. Музыка. Вот. Ну и хата такая с этими... со сводными потолками. Под арку так сделаны. Ну, старинное здание этой тюрьмы. Это тоже там я читал, но особо не запоминал. Очень много лет. Вот. Но несколько... несколько побегов, тоже, кстати, вот у Каневского. Несколько побегов было из нее. И один белорус, пацан, чемпион, не знаю, или Белоруссии, или чемпион там Европы, или чего, по паркуру. И он шел под конвоем, один конвоировал там по территории. И он его, короче, перепрыгнул все эти заборы, всю эту колючку, все эти лезвия, и убежал. И у нас следующий день. Ну, факт в том, что попытки побегов были. Просто люди дальше ничего сделали. Прошли уже почти станцию метро. То есть была Савеловская, теперь у нас Новослободская. Вот.
Так что если когда-то вам придется проехать одну станцию метро, и у вас очень мало денег, вы вот скажете, допустим, да что такое 40 рублей? Ну смотрите, 40 рублей это бутылка литровая минералки дешевой, да? И батон хлеба. То есть когда вообще уже желудок сосет, бывает и такое, поверьте мне, с голодухи. Ты этот батон, дома ты его никогда в жизни не съешь, тебе хватает там 4-5 кусочков, чтобы там пообедать или поужинать. На завтрак и того меньше. Вот. А кушать на улице очень хочется, особенно зимой. И эти 40 рублей из-за одной станции, из-за двух. То есть ты потеряешь там полчаса, но зато ты будешь, что-то у тебя в желудок попадет. Так, сейчас придумаю еще какой-нибудь текст, буду дальше вещать. Вот тот большой дом, о котором я говорил, я еще был в то время здесь, когда там был только котлован под этот дом. Это Лужковская жена, как ее, Батурина, начинала строить, ее объект был. Но потом, когда Лужкова поперли, соответственно, и ее отобрали у нее этот дом. Ну, с горем пополам достроили. Вот. За этим домом стояли вагончики. Ну, когда он начинал строиться, еще вот только самая нижняя широкая часть была. Там стояли вагончики, вот мы жили в этих вагончиках. Неотапливаемых. Просто там такой бурелом был, что туда ни менты, никто не ходили. Слободку мы прошли, теперь Менделеевская. Вот, пожалуйста, время можно узнать. В любом месте очень много висит таких везде. Сторонам. Вот он, Макдональдс, бесплатный туалет, попить воды, умыться, освежиться, можно постирать носки и ноги помыть, пацаны там вообще купались, не доводилось, у меня как бы свои места были, точки, явки и пароли. Здесь тоже можно встретить знакомых. Вон тот дом коричневый. Там с левого угла тоже бесплатный туалет. То есть прошли буквально километр с небольшим. Еще один бесплатный туалет. Их много по Москве. Не все их знают. Красивым сворачиваешь направо, там есть церковь Петра и Павла. Вот вам еда, одежда, вот вам туалет, помылись, умылись, побрили, привели себя в порядок. Весна, весна, девчонки ходят. Такой вот драндулет. Вот. А ушел я из этих вагончиков, ну опять же, в связи со смертью. Прошли. Пояснения, разъяснения эти все пока написали, там часа 4, наверное. Я, короче, нахреначился в их машине. Меня развезло в тепле. Я там спать, короче, все пытался. Они меня будили там. Еле написали, короче. Вот, вот тоже церквушка. Ее
чисто отмыв денег. Ее тут реставрируют уже, сколько я себя помню здесь в Москве, столько она здесь и стоит. Тоже мы лазили в нее. Но все равно никому не пригодится, я не считаю, что это какое-то кощунство или там что-то. Ну, железки там всякие, цвет нет. Собрали, сдали. Это где-то прошел я, да? Ну, блин, уже не помню, где Союз мультфильм хотел вам показать. Где-то здесь он. 21. Вон дом 17, а вон то, наверное, где скорая. Следственный комитет. Вот здесь жили. Мы дошли от третьего кольца до Садового кольца. То есть идем по радиальной, там, радиальной улице Москвы. Если хорошо знать Москву, вот от этой точки, я вам говорю, до любого вокзала 25, вот до Курского где-то 25 к ходу, до Ярославского 25, до Белорусского вообще здесь 10 минут, ну и до Савеловского быстрым шагом. Я просто сейчас иду так прогулочным шагом. Вот. Еще нужно смотреть по зданиям. По фундаментам очень часто летом, ну, краны торчат они и зимой, просто на зиму отключают их, а летом для полива тротуаров используют их дворники. Вот здесь, я помню, где-то во дворе была колонка. То есть просто надо быть внимательным, запоминать, интересоваться у людей. Не стесняться подходить, можно не здороваться, тебя все поймут. Подошел к парням там, которые, ну, видишь, ну, в основном, зачастую, конечно, они сидят, бухают. Вот, подобного. Подобные персонажи. Вот мы подошли к нему, смотрите, какой он огромный. Вот, а за этим домом там стоит Салатовый, сейчас мы его в арку, может быть, увидим. Салатовый дом. Короче, крутой. А, там прям все в доме. И больница, и банк, и там детсад, и школа, походу, там прям все в доме. Ну, там живут такие люди. Как этот голубой-то, блин, как его зовут? Юлиан, потом еще один голубой, Боря Моисеев. Вон он дом в арке с окнами, такой бежевого, раньше был салатовый, но сейчас что-то он какой-то не салатовый, может быть, перекрасили. Вот, вот этот дом, я помню, тут драка произошла, на нас напали тут скинхеды или кто они там были. Короче, я бегал на эту стройку за куском арматуры. Разогнали мы этих ребят. Нас было трое, их семеро. Вот. Вот он переход. Это мой был переход. Здесь люди, ну, вообще музыканты, кто занимается заработком подобным, они друг друга телефоны все знают и звонят друг другу, там, работаете или не работаете, ну, чтобы друг другу не мешать. Вот. А в этом переходе почему? Потому что здесь охранники были знакомые, они местные. Вот. И я, ну, как бы они так решили, что это мой переход. И люди спрашивали у меня разрешение, чтобы поиграть. Блин, надо успеть. Надо успеть.
такое вот там, домина. Вот. Вот в этом доме живет Якубович. Ну, не знаю, живет, не живет, квартира у него там. Вот в этом доме живет Каневский, Надя Ручка, откуда там, из блестящих, свистящих. Вот, кто еще здесь? Жена, не жена, а сестра Збруева здесь живет. Владимир Этуш здесь жил. Кто еще? Этот белобрысый. Как его зовут? Маршал Александр. Все вот в этом доме живут. Вот оно, Садовое кольцо.